На заседание, которое определяет судьбу местного олимпийского движения, собралась практически вся элита севастопольского спорта. В их числе не только руководители городских федераций, чиновники, но и прославленные атлеты, участники Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. Дмитрий Фомин выступал на двух олимпиадах, в том числе и за сборную Советского Союза. Был капитаном команды. Чемпион Европы, победитель международных турниров и заслуженный мастер спорта. Сегодня он принимает непосредственное участие в создании объединения. Олимпиада – это вообще праздник. Праздник спорта, который проходит раз в 4 года. И любой спортсмен, любой человек, который имеет отношение к спорту, все время стремится попасть на этот праздник. И, естественно, очень хочется, чтобы сегодняшнее собрание оно принесло свои плоды. И в дальнейшем мы видели больше и больше людей, которые родились и начали свою спортивную карьеру в Севастополе на Олимпийских играх. Главная цель объединения – развитие олимпийского движения Севастополя. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Один из инициаторов создания совета Виталий Колчанов уверен, новый орган получит поддержку со стороны России. Напоминает, на последних 11 олимпиадах участвовало 20 севастопольских атлетов. Сегодня более 50 федераций города Севастополя, организации спорта, спортивные ассоциации объединяются для того, чтобы в Севастополе провести олимпийскую структуру организации спорта. В президиум организации сегодня выбрано 96 человек. Они представляют ровно половину всех городских спортивных федераций – 32. Участники нового совета надеются на плодотворное сотрудничество с Олимпийским комитетом России. Добавляют, создание объединения без преувеличения может повлиять на спортивную жизнь города на ближайшие годы. Святослав Данилов, Владимир Милянский, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя.